Друзья, всем привет! Я на аэродроме в Карачихе, и сегодня будем осваивать новые летные агрегаты. На очереди мотопараплан. Очень стало интересно прокатиться на этой штуке. Комсомольская. Я понял. В принципе, можно через Ярославль главный махнуть. Как скажете. Вот рядышком через Кодрость перелететь. Как скажете.
даже не похоже. Все, отлетал. Эмоции полные штаны. Всем рекомендую. Незабываемые эмоции, ощущения. До новых встреч. А осенью дожди более часто, потому что весь конденсат начинается там, например, на 300 метрах. И вот эта вот пелена такая в земли, такая морготина, пасмурно. А туда раз, 500 метров, все идет. Там поле из облаков, солнце, витамин D. Ну, не радуга, радуга всегда, потому что облака — это же вода. Радуга не как с земли, она не дугой, а она круглая. И всегда там тень. Ну, потому что это как бы радуга у каждого своя, это же восприятие каждого человека.